Как и во многих регионах страны, в крае ЖТСУ и Алматинской области состояние дорог оставляет желать лучшего. Соответствующее обращение по этому вопросу депутат Сената парламента страны Амангельде Толамисов адресовал премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову в начале текущей недели. Напомним, глава Кабмина дал распоряжение уделить внимание развитию туризма. Однако, по словам народного избранника, качество казахстанских дорог тормозит туристический хаб, из-за чего во многих областях республики исполнение поручения затягивается. На одном из заседаний правительства вы сказали, что у нас много красивых мест, однако до них сложно добраться. Причем ситуация не меняется. Взять, к примеру, Восточный Казахстан или озеро Балхаш и Алаколь. У нас нет нормальных подъездных путей. Зная, что качественные и современные автомобильные дороги занимают особое место в экономическом и стратегическом развитии страны, а также играют важную роль в жизни народа, улучшении общественно-политической ситуации, мы показываем свою беспомощность в решении ключевых вопросов, в том числе в развитии туризма. Причиной, по которой сенатор затронул наболевший вопрос, стали неоднократные обращения жителей регионов и депутатов маслихата. Это уже является основанием для решения данной проблемы, считает он. Ведь, несмотря на ежегодные траты многомиллионных бюджетных средств на строительство и ремонт дорог, их качество оставляет желать лучшего. К примеру, в области ЖТСУ остановлено строительство дорог в Кербулакском и Панфиловском районах, а также на участке автотрассы Лепсы-Ахтугай. Что касается качества магистралей республиканского и областного значения в Кигенском и Раймбекском районах Алматинской области, они вовсе не выдерживают критики. Уважаемый Олжас Абаевич, прошу вас обратить внимание на следующие участки в Алматинской и области ЖТСУ, которые нуждаются в срочном ремонте. Это 3-километровый участок грунтовой дороги на отрезке с 18 по 21 километр направления Жалангаш-Саты у озера Кольцай. 15-километровый участок с 26 по 41 километр направления Купек-Киген. В том же направлении 14-километровый участок дороги на отрезке с 74 по 88 километр направления Киген-Нарынкол. Это 23 километра бездорожья, а также дороги в направлении Лепсы-Ахтугай и Сарыөзек-Коктал. По словам депутата Сената, каменно-песчаная смесь и щебень, используемые для дорожно-строительных и ремонтных работ, не соответствуют стандартам. Этот факт подтверждают и сотрудники Казахстанского дорожного научно-исследовательского института. А значит, необходимо повысить ответственность подрядных компаний и взять их работу на контроль, заявил он. Амангельде Толамисов также подчеркнул, что развитие туризма, а значит и экономический рост Казахстана, начнется лишь в том случае, когда наконец-то будут приняты кардинальные меры в решении актуальной проблемы. Гульмира Тимиргалиева, Алмат Хамид, Ренат Утиев, телерадиокомпания ЖТСУ.